Вы смотрите Market Watch. Это краткий обзор главных событий мира финансов. Несмотря на неожиданно сильное уменьшение запасов нефти в США, котировки черного золота продолжили снижение по направлению к технически сильному уровню поддержки у отметки в $67 за баррель. Это в очередной раз указывает на перенасыщенность рынка нефтью. К тому же значительное сокращение добычи ОПЕК+, маловероятно, хотя Саудовская Аравия может продолжить активное вмешательство в текущую ситуацию на рынке. Но лишь замедление экономики США и Китая может спровоцировать более мощную волну распродаж в среднесрочном периоде. До появления первых сигналов, указывающих на структурные проблемы в экономике США, поддержка у отметки в $67 за баррель выглядит действительно сильной. Смещаясь на рынок драгметаллов, обращу внимание на значительное ослабление активности продавцов. Но в то же время пока не идет речь о возобновлении роста, ведь поступающая макроэкономическая статистика из США указывает на отсутствие замедления крупнейшей экономики мира. Это явно медвежий фундаментальный фактор, который отчасти уже учтен в текущей стоимости золота. Поэтому лишь рост доходности гособлигаций США может спровоцировать более мощную волну распродаж. Так как сейчас золото торгуется значительно ниже достигнутых ранее максимумов, продавцам необходим действительно сильный медвежий фундаментальный фактор. Также обратите внимание на укрепление доллара США в паре с большинством валют. Вероятнее всего, это связано с фиксацией прибыли по коротким позициям, ведь опасения о рецессии в первом квартале 2024 года не подтверждаются. И лишь уменьшение количества созданных рабочих мест в несельскохозяйственном секторе экономики США сдерживает инвесторов от более активных покупок американской валюты. Ведь ухудшение ситуации на рынке труда не только снижает вероятность повышения ставки, но также и увеличивает риск ее снижения. Но, на удивление, инвесторы проигнорировали этот отчет, продолжая возвращаться к доллару США. Так же, как и золото, биткоин взял перерыв. Но, в отличие от драгметалла, ему удается удерживать достигнутые ранее позиции. Ведь инвесторы продолжают верить в скорое появление биткоин-ETF, что, по их мнению, позволит привлечь капитал от крупнейших инвестиционных фондов США. С одной стороны, эти ожидания являются очень сильным бычьим фундаментальным фактором, но с другой – это огромный риск. Ведь отказ по любой из заявок может спровоцировать действительно сильную волну распродаж. Учитывая то, что доминирование биткоина продолжает увеличиваться, эта криптовалюта находится в зоне повышенного риска. Также не следует забывать о приближении окончания календарного года, что может стать поводом для фиксации прибыли по открытым ранее длинным позициям. На этом у меня все. Внимательно следите за новостным фоном и будьте готовы ко всем сюрпризам рынка.